Опасность сегодня в море будет для вас, для всех, если вы будете использовать плавсредства. Сегодня волны не будет, и будет казаться, что это самое лучшее время как раз таки для этого. Но советую не делать, потому что ветер в порывах будет до 12 метров в секунду, и это очень опасно. Это вот со мной сопровождение. Привет, ребятам. Опасно тем, что ветер отжимной, и вас может просто от берега унести далеко-далеко. И вот вас также не найдут, как детей в Крыму. Так что берегите себя, дорогие друзья, своих близких. И сегодня, пожалуйста, без надувных предметов на... Доброе утро, друзья! Приветствую вас в городе Курорте Анапа. У нас дождики закончились, прогноз полностью поменялся. Ребята, дождей сегодня стояли в прогнозах, но их не должно быть, потому что у нас включился север. Он уже работает, мой наставник, так сказать, Александр уже в Благовещенской. Сейчас на часах без 27. Такая красота, какая погода. Вообще просто радость. Я тоже говорю, Витязь, Анапа, пока. Сегодня мы с вами будем в Благовещенской. Мне там обещали прям хорошую экскурсию провести по Ваге. И я думаю, что какой-то небольшой эфирчик проведем. Так, сейчас... Даже с утра уже тепло, мы вчера вечером сидели, прям комфортно было во дворе, почти до пол первого ночи сидели, болтали, и настроение прям космос. Дай бог, чтобы все и у вас было хорошо, и я тоже, видите, щеки уже наел, пора ехать худеть, как раз таки кайтсерф этому способствует. Хочу вам показать, как загружена машина, то есть о, куча всего разного там. Вещей, и сейчас еще добавляем последний два рюкзака с кайтами, там, с гидрочами, и погнали. Увидимся в Благовещенске.